Лиза Алерт. В зоне поиска. Август. В одном из отдаленных районов области пропала пожилая женщина. Пенсионерка уже не в первый раз ушла из дома. Ранее ее находили и в Кирове, и даже в Москве. Кроме того, женщина нуждается в медицинской помощи. В этот раз в 30-градусную жару она ушла из дома, надев зимнюю куртку и вязаную шапку. Сотрудники отряда «Лиза Алерт» начали рассылать ориентировки и информацию в близлежащие поселки и районы. Ответные сигналы пришли практически моментально. Три дня назад женщина заходила в один из населенных пунктов, просила еду, ночлег и деньги. Вела себя, по словам очевидцев, неадекватно и выглядела странно. Люди жалели бабушку, давали воду, еду и деньги. А вот вызвать полицию или медиков никто не догадался. Зато позвонили в ближайшие приюты и дома престарелых, где им сказали, что никто не пропадал. Участковый на звонок жителей заявил, что в розыске никто не числится, поэтому, цитата, «гоните ее». Женщина ушла в сторону трассы на остановку. Однако спустя какое-то время бабушка вернулась. Видимо, говорят волонтеры отряда «Лиза Алерт», понравилось внимание и забота жителей. В это время о потерявшейся пенсионерке, благодаря активистам, знали многие в поселке. Поэтому, завидев ее, сразу же сообщили в полицию. В результате за 18 часов с помощью только компьютера и телефона волонтерам удалось найти бабушку. За 3 года работы в Кировской области отряд «Лиза Алерт» помог вернуться домой почти 1000 человек. Вы можете присоединиться к отряду и поддержать его другим доступным вам способом. Позвоните и узнайте подробности 410-424. «Лиза Алерт» в зоне поиска.